Ви можете прорахувати Путіна. Які в нього плани щодо України? По плану Путіна Україна донатися в такому разі. Вона має бути в розваленому в, в, стані. Вона розваленому, в, має повернутися до роз, не, Митного не, Союзу. Я думаю, вона думав, вже не розчитує на те, що вона повернеться к. Мытный союз, и я думаю, он никогда не ставил на, на, на самом деле эту цель. Его задача, чтобы все страны, которые окружают Российскую Федерацию, находились. Он были чем сама Россия. Просто в дерьме. То есть Россия сегодня, вы же видите, представляет собой Советский Союз. Совет. Киселев, ТВ. Нет слов. То есть я никогда не думал, что это возможно. Когда мы видели там ОРТ, НТВ, сражения, там, дуэли, тот же только другой. Евгений Киселев, да, Сергей Слова, до да. речи. Ну, то есть Россия пережала в общем-то, все постсоветские страны по уровню демократии. Это было при Борисе Николаевиче Ельцине. Хотя все говорили, что он там пьяница, там, алкоголик. До речи, недавно Путин сказал, что ему да. подобается Геббельс. Это оговорка по Фрейду. Человек, создатель системы, которая погубила 50 миллионов жизней или 60. Я уже не считаю не родившихся и не ни... уничтожила половину Европы с И, в общем-то, був одной з основних частей цієї системи. Якщо він був талантливым чоловіком, він випросив. Только талантливий в чому? Ця от гебельсівська методика з боку Росії була застосована потужно проти України. Одна з гасел було в Україні розгул фашизму. Зрозуміло, что это абсурдная ситуация, да, потому что в Украине на чолі областей стояти... Та нет, смотри, не Євреї, не надо про... евреи, и у нас не, не, не надо не надо про... У нас вообще никогда не было, у нас никогда не было антисемитизма, никогда не было разгула фашизма, ничего этого, и ни ксенофобии у нас не было. Я все всім говорю: есть антисемитизм на бытовом уровне, он всегда будет. Вот сколько будет евреи, столько будет антисемитизма. Сколько будет, антисемитизм. будет грузины, будет антигрузинизм. Страшен не антисемитизм на бытовом уровне, страшен антисемитизм на государственном уровне. И мы его видели и испытали еще во времена Советского Союза. Не всі, всі все, все по-разному, все зависело от места, где ты находился. На Украине не было такого антисемитизма. Еврейские организации на световом уровне не вышли, не сказали, люди це неправда. Такого в Украине немає. Я вам объясню. Еврейские организации проявляют свою пассивность, особенно те, что не находятся в Украине. Они осторожны, потому что как в Украине, так и в России есть большие еврейские общины. Если евреи. всего мира там, или Европы будут становиться на одну из сторон, то это может привести к негативным последствиям для евреев той общины, которая будет выглядеть негативно, скажем, в России. Я вам больше скажу, и многие евреи, которые живут в России, они просто не могут подать свой голос. Понимаете, они живут в авторитарной, тоталитарной стране. Но они бы с удовольствием бы подали свой голос за Украину.